Здравствуйте, друзья! 26 числа состоится полнолуние в знаке зодиака Рыбы. Это волшебное полнолуние будет последней каплей, той каплей, которая переполняет бокал, или той каплей, которая осушает бокал. Завершается прекрасный сон, завершается сон в летнюю ночь. Это была сюрреалистичная сказка. Да, возможно, эта сказка была не для всех доброй, для кого-то грустной. А может быть, как чаще всего бывает в жизни, этим летом у вас были и счастливые, и печальные моменты. Может быть, вы плакали сквозь смех или смеялись сквозь слезы. И 26 числа чудесное, мистическое, магическое и мечтательное полнолуние в Рыбах дарит нам еще один час, еще один раз подумать о мечте. Этот час 14:56 для GMT плюс 3. Пересчитайте, пожалуйста, это время, если живете в другом часовом поясе. Главный аспект полнолуния 26 августа называется парус. Алые паруса. Это о том, что нужно не бояться мечтать. Это о том, что чудеса нужно делать своими руками. Это крылатая фраза именно из этого произведения. Делайте чудеса своими руками. Не бойтесь показаться чудаком или чудачкой, которая ждет несбыточного. Ждите. Ждите. Регулярно. Каждый день, если помните, как Ассоль, приходите на берег моря и ожидайте. Но не забывайте и о труде. Если вы смотрели мою новость о том, что солнце зашло в Деву, вы помните, что на небе стоит большой тригон. А это о труде, это об умении с радостью трудиться, праздновать труд и трудиться в праздники. Итак, мечтайте, алые паруса – это о сентябре, но сентябрь трудовой. Вы сами сколотите этот корабль, вы сами сошьете эти алые паруса, и ваша мечта сбудется. А полнолуние 26 числа создано природой для того, чтобы мы с вами мечтали. Я не буду говорить вам ни о каких особых способах загадать желание, хотя у меня есть видео о том, как это лучше сделать. И я оставлю на него ссылочку в комментариях под этим видео. Однако, я прошу вас, помечтайте от души. Пусть это будет так, как хочется вам. Ваша душа знает, чего она хочет. Вспомните, о чем вы мечтали летом. Быть может, вы потеряли надежду на то, что эта мечта сбудется. А вот сейчас она может сбыться. Или вы отпустите ее. Смиритесь, или она приплывет к вам. А возможно, именно тогда, когда вы отпустите свою мечту, она приплывет к вам. Счастья вам, мои дорогие подписчики. Всего доброго.